На премьерное шоу пришло огромное количество зрителей. Единственный в России цирк на воде впервые представил в Сочи удивительной красоты номера, начиная от гимнастов на воздушном корабле до укротителей экзотических животных. Все представление сопровождается лазерным шоу, от того выступления артистов такое яркое и захватывающее. Зрители попадают в фантастический мир воздушных гимнастов и водных аттракционов, а здесь манеж заменен на бассейн. Серьезные трюки чередуются с выступлением веселых клоунов. Захотелось погрузиться в атмосферу детства, вспомнить, как это все было лет 15 назад. Ну и, собственно, ничего не изменилось. Те же эмоции, так же здорово. Мне нравятся клоуны. Мне еще понравился номер, как там девушка залезала в ящик, и она уменьшалась. Цирк может поднять хорошее настроение. Удивительную атмосферу создали дрессированные голуби Светланы Лукьяновой, но не успели зрители насладиться романтикой этого этюда, как появились питоны и крокодил. Их укротитель Александр Шиповалов продемонстрировал и игру с огнем. Кульминацией стало появление морских львов. Софье 18 лет, она поменьше, Бобу 13. Эти морские львы показывают очень сложные трюки, причем команды выполняют так быстро, легко и непринужденно, что зрители едва успевают аплодировать талантливым артистам. И вода – это наша стихия, и они работают на свободе, по сути, на свободе. И в бассейне, который 180 тонн, вот, и исполняют шикарные трюки, в том числе интеллектуальные. Вот, и это делает как бы картинку живой, и вся работа построена в игровом плане. Новое цирковое шоу «На воде» началось 31 октября и продлится до 6 декабря. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.